Всем привет, меня зовут Юля, я участница курса «Максимум продаж 4.0» Андрея Балана. Хочу сейчас оставить маленький отзыв и поделиться результатами своей работы. Я расскажу немного о себе. Я сама из Киева, мне 20 лет, учусь в университете на 4-м курсе. Курс мы проходили вместе с мужем, так как давно увлекаемся темой продаж онлайн, различными настройками рекламы и так далее. Ранее проходили разные мастер-классы, тренинги у разных тренеров, и как бы наши ожидания не оправдались. И как-то муж наткнулся на инстаграм-рекламу Андрея, подписался на него, с того времени мы за ним активно следим, перечитываем каждый пост. Также впечатлили очень отзывы участников прошлых потоков, и мы решили тоже пойти на этот курс и добиться желаемых результатов. Что порадовало в первый день, так это невероятная поддержка, нетворкинг от других участников Андрея и поддержки ребят, которые работают рядом с ним. То есть ты в любое время можешь обратиться, даже круглосуточно, они тебе помогут, ответят и направят на путь истинный. Второе порадовало то, что на разборах и на лекциях все доступно, и даже новичку все разложено по полочкам, и даже если вы ни грамма не понимаете в этой теме, то у вас все получится, потому что доступнее быть не может. Третье порадовало то, что материалы все будут сохраняться круглый год, так как это очень удобно, потому что что-то может забыться, а в этой сфере это нежелательно. Хочу сейчас рассказать про результаты нашей работы. Мы сначала выбрали, хотели рекламировать в Гугле, но выбрали не тот немножко оффер и решили оставить эту, Google на потом. Решили рекламировать в Инстаграме и в Фейсбуке, выбрали оффер, протестировали, побили рынок и захотели запускаться. Андрей нам дал добро после разбора, сказал, что можно запускаться. Мы на следующий день запустили рекламные кампании. Через сутки у нас были первые подтвержденные заявки, все было отлично, мы радовались. Мы крутили этот оффер 5 дней. За эти 5 дней у нас было 27 подтвержденных заявок из 33 лидов. Они были все, approve был 100%. Их все забрали по ссылке на новой почте. Маржа была около 400 гривен, и 100 гривен клиент получился. Да, это не сильно много заказов, там ни 100, ни 200, ни 300, но мы довольны этим результатом, потому что настраивали по методичке Андрея, результат есть, цена хорошая для такого товара, и цена клиента тоже отличная. Но мы перестали крутить этот оффер, потому что, во-первых, лид подорожал, и, во-вторых, у поставщика он заканчивался этот товар, а другие отдавали намного дороже в связи с проблемами на таможне. Мы решили приостановить и взять на тест другой оффер. Вот в данный момент сейчас запускаем рекламные кампании. Надеемся, что все получится. И хотим верить, что дальше перейдем в ниши более посерьезнее, вечные ниши, потому что там намного более денег больше и серьезно очень все. Хотим сказать пожелание ребятам, которые думают, идти на курс или нет. Действительно стоит, вы не пожалеете. Это инвестиция в себя, что очень важно, и потом пригодится вам на всю жизнь. Этот опыт, это тоже, опять же таки, нетворкинг, повторюсь. Все очень круто. Спасибо, Андрей, спасибо ребятам. Всем очень довольны, большое спасибо.